этого художника. Поэтому мы решили сделать картины его у меня на руке. И когда люди спрашивают, кто это и что это за картина, я с удовольствием вам об этом рассказываю. Таким образом мы делаем и творим добро. Добро пожаловать на сочинский фестиваль. Татуировка, она что-то значит для человека. Он, в истории его жизни что-то случилось. Он приходит к нам, чтобы вот это вот запечатлеть, оставить в памяти. Но она как бы и так хранится у него там в голове. А так еще будет и красиво оформлено на теле.